Вы можете задавать любые вопросы, откровенно признавая свое незнание в чем-то или непонимание какого-то процесса, потому что оно есть. Why? Смысл? Зачем мы это делаем? То есть какая цель этого мероприятия? Если это просто хлеба и зрелищ, ну, мы на такое вообще практически никогда не подписываемся. Вы знаете, как-то странно, вот несколько ивент-агентств предложили похожие идеи. Все предложения очень между собой похожи, я бы сказала, процентов на 90. Репутация, мне кажется, здесь мега значима. Я себе даже принт-скрины каких-то ивентов классных делаю. Нужно ли ивент-агентству напрашиваться, просто приехать рассказать о наших проектах, показать вот тот слайдик с логотипами крутых компаний и так далее? Ну, честно, я бы, наверное, не пришла. Для меня абсолютно окей, если вы вообще на встречу придете, 2 минуты скажете ваш концепт, и вообще никакой презентации не будет. Заплатить за креатив я за, why not. Скажите нам что, мы вам это сделаем. Мне этого мало. Как вам корректно об этом сказать или вообще просто сказать? Сделать чудо.